Поехали. Где всегда много соли? В горах. Чего не хватает блондинкам? Брюнеток. После чего наступает Новый год? После года. Что развешивают на деревьях? Яблоки. Игрушки новогодние. Здравствуй, елка новогодняя. Это все будет потом, в другой жизни. Смотрим на табло. В какой сказке жили старик со старухой? В русской. Что развешивают на деревьях? Белье. Отлично, вы уложились. Белье развешивают на деревьях так же красиво, туристы, как яблоки. Туристы. Смотрим. Туристы. Смотрим на табло. Где завывает ветер? В пустыне. Что считают по утру? Звезды. Из чего плетут лапти? Из пеньки. Пеньковые лапти. Хорошо. Смотрим на табло. Тишина. Погнали. Какое мороженое удобнее всего есть? Наполеон. Что в одежде может отстегиваться? Брюки. Какая бывает колонка? Вертикально. Какие ягоды созревают осенью? Черника. Как командует кто командует парадом? Этот начальник что парада. Бывает, каких морских обитателей люди опасаются? Змей. Что бывает домашним? Домашним молоко. Каких морских обитателей люди опасаются? Морские звезды. Какие растения молоко образуют заросли? Водоросли. Что бывает свинцовым? Железо. Что бывает ажурным? Абажур. Что бывает штрафным? Гол. Что, кроме растений, есть в огороде? Овощи. Что, кроме растений, есть в огороде? Огурцы. Какую спортивную обувь не носят в обычной жизни? Сапоги. Нет. Что бывает остроконечным? Оружие. Что бывает запретным? Плод. Песня. Что можно испортить одним словом? Пословица. Какие бывают природные катаклизмы? Гром. Что закручивают? Свиные хвосты. Кто работает с кнопками? Машинисты. Кто работает с кнопками? Машинист. Что идет, но остается на одном месте? Речка. Кто на работе добирается до дна? Бульдозер. Что у вас под носом? Воздух. Какими бывают слезы? Горькими. Сладкими. Как называют жилой дом на одну семью? Коммуналка. Зачем спилили тополь? Ну, на плющихе. Что бывает посередине пути? Господи. Да я не знаю. Какие продукты не любят есть малыши? Морковку. Какие продукты не любят есть малыши? Взрослые. Ну, какую-то не любят. Горькие. Кислые. Я думаю, что будет принят ответ взрослый, потому что он был первый. Я молчал, потому что 20 секунд еще не истекли. Проверяем ответы.